Воспитанники кадетских корпусов России собрались в президентской библиотеке на ежегодную конференцию. Конференция-вебинар посвящена истории российского кадетского движения и его современному развитию. Она транслировалась на сайте президентской библиотеки в режиме онлайн. В видеоконференции по всей России приняли участие курсанты военных и суворовских училищ, пожарно-спасательного корпуса, кадетских корпусов, а также воспитанники республиканской кадетской школы. Кадетам рассказали об истории ордена Святого Александра Невского, показали фрагменты фильма про известного русского полководца. В Национальной библиотеке кадетам провели заповедный урок о государственном природном заповеднике Присурский. Рассказали о Дне воинской славы России, посвященном 775-летию победы русских воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере. Через неделю для кадет России пройдет конференция-вебинар «День космонавтики» в президентской библиотеке.